Всем привет, на связи Soul Mantra. Создатели God of War Ragnarok работают сразу над несколькими новыми играми. Креативный директор студии Santa Monica Кори Барлок в одном из недавних интервью рассказал, что авторы нынешней God of War Ragnarok заняты не одной, а несколькими играми сразу. О каких именно проектах индустрии ветеран не рассказал. Глава разработки новых приключений Кратоса и Атрея Эрик Уильямс добавил, что в будущем он и его команда, разумеется, не прочь посвятить все свое время франшизе God of War. Он очень хочет, чтобы его и его работу ассоциировали именно с богом войны. Я помню разговор с кем-то из другой игровой компании. Они пытались уговорить меня уйти. Ты хочешь, чтобы до конца жизни тебя знали как парни из God of War? Да, отчасти хочу, сказал Уильямс. Недавно Барлок и Уильямс заявляли, что в God of War Ragnarok путь Кратоса точно подойдет своему завершающему финалу. Но это пока в Скандинавии. Кори не хотел, чтобы разработка следующих частей растянулась на 15 лет. В общем, итоги таковы. Спасибо за просмотр. Ставьте вверх палец, подписывайтесь. И да пребудет с вами Рагнарёк!